Это Николай. Прямо сейчас я настоятельно рекомендую каждому, кто открыл этот видеоролик, включить запись экрана, загрузить его, скачать его, куда-либо его сохранить, потому что некая группа лиц, которая очень влиятельная, будет всеми способами препятствовать распространению этого видеоролика, препятствовать его нахождению в открытых сетях, будут его блокировать. После таких заявлений ожидаешь как минимум разоблачения уровня Навального, Хоборка или Макриевского. Однако, что же мы получили в итоге? Давайте в этом разбираться. Но перед началом давайте я вам кратко напомню предысторию всего этого. 8 ноября Николай опубликовывает ТикТок с пародией на солдата, выкидывающего гранату. Суд посчитал это дискредитацией российской армии, а также в процессе выяснилось, что Николай находится в РФ незаконно. Позже в сети появляются кадры, где его судят и приговаривают к депортации из России в Молдову из-за отсутствия гражданства. Затем Николай пропадает на несколько дней, но YouTube выкладывают то самое видео с его извинениями. Спустя еще некоторое время его депортируют в Молдову. И уже после всего этого Николай анонсировал свою невъебически разоблачающее разоблачение, которое, по его словам, изменит судьбы многих. Потому что этот ролик изменит судьбы очень многих людей. Перед началом стоит подчеркнуть, что я понимаю, что то, что произошло с Никоглаем, это полный беспредел, и такого не должно происходить в нормальных и цивилизованных странах. Но сейчас пойдет речь именно о тех моментах, где он явно додумывает, преувеличивает или просто пиздит. Первый тезис, который нам с вами говорит Никоглай, это то, что в ролике он рассказывает только 40% информации, которой обладает, и что остальное он расскажет на стриме. Подчеркиваю, не на стримах, которые он будет проводить в дальнейшем, а именно на стриме, который он анонсировал у себя в Телеграме. И знаете, что он там показал? Одну ебучую аудиозапись. Одну аудиозапись, блять. И это в его понимании 60% информации? Да, согласен, по сути это незначительная мелочь, и допущена она была, чтобы нагнать пафоса и возвысить образ Никоглая, который сейчас просто, блять, завалит всех аргументами. Но спойлер, этого не произошло. Таких незначительных и преувеличивающих мелочей на протяжении всего ролика по меньшей мере дохуя. Про 40% информации, которые на самом деле не 40%, я уже сказал. Дальше Никоглай говорит, что у него есть фактические подтверждения всему. Всему, блять, что он рассказывает. Хотя сам ролик представляет из себя часовой монолог практически без каких-либо пруфов. Единственное, что он предоставил, это справку и фотографию руки. Все. Я не говорю, что эти аргументы ничего в себе не несут, но они, блять, и близко не подтверждают все то, о чем он говорит. Дальше, перед тем, как рассказать о том, что с ним было в пресненском отделе, он на протяжении, сука, минуты рекомендовал промотать этот раздел, если бы, сука, сильно впечатлительный. Тоже мелочь, но, блять, как же меня это бесит. Дальше в середине разоблачения Никоглай говорит, что из одежды у него была только грязная, рваная, окровавленная и облеванная футболка и такие же штаны. У меня не было вообще ничего, только вонючая рваная футболка, которая находилась в моей крови и блевоте, штаны рваные, пыльные, которые воняли потом, я уже не мылся на тот момент второй день. Также он говорит, что на одном из следующих стримов он ее покажет. Я их забрал с собой, я покажу вам эту футболку, штаны, как они выглядят на стриме. Я стирал их несколько раз. И да, он ее показал, и она действительно была грязной, и в теории да, она могла была быть в крови или в блевотине, ну, в общем, вы поняли. Но на фотографии из центра временного содержания мы видим, что он сидит абсолютно в другой футболке. Вы можете сказать, ну блин, на этой фотографии помимо Никоглая есть еще и правозащитник Алексей Мельников. А Никоглай в своем разоблачении говорил, что после того, как Мельников к нему пришел, Никоглаю стали поступать передачки, и в одной из таких как раз и могли быть эти вещи. А фотографию могли сделать во время их второй или третьей встречи, поэтому не надо тут ни на кого гнать. Да, соглашусь, однако помимо этого ролика в нашем распоряжении есть запись, которую Никоглай показывал в конце своего ролика. И на ней он также находится в этой же черной футболке. Это мы можем понять по воротнику, но никак не в футболке Арсенала, которую он показывал на стриме. Хотя, по словам Никоглая, он сделал ее еще до того, как к нему пришел Мельников. Он вообще говорил, что этот ролик он снимал, думая, что его скоро убьют, поэтому ни о каких передачках там речи не идет. Из этого можно сделать вывод, что он просто где-то нашел грязную футболку и показал ее на стриме. То есть очевидно, что в своем разоблачении он опять сильно преувеличил, сказав, что на нем была рваная, блеванная футболка для того, чтобы вызвать больше чувств жалости к себе. А еще очевидно, что он опять напиздел своей аудитории. Также я не упоминал о том, что по его словам МВДшники, блять, прыгали
на нем, о том, что ему дали куртку бомжа. Насчет этого я вообще не уверен, так как по ситуации с футболкой мы с вами знаем, что он очень сильно любит приукрашивать события. В общем, при желании там есть до чего докопаться, но я не буду этого делать, так как я бы уже хотел перейти к разбору стрима. К слову, на самом стриме, как я уже сказал, никаких новых интересных подробностей не было. Единственное, что меня заинтересовало, это то, в какой футболке он сидел. Никоглай говорил, что это была реклама файла обменника Мега, однако логотип на футболке был совершенно другим. Если мы загуглим три слэша и слово Мега, как написано на футболке, то мы попадаем на этот самый файлообменник. Однако, если зайти в рекомендованные запросы, у нас вылезет вот такая вот интересная надпись. Перейдя на страницу их телеграма, мы как раз таки и сможем наблюдать тот самый логотип, как у Никоглая на футболке. Возможно, вы скажете, ну блин, может Никоглай делал ее случайно, или может он действительно думал, что рекламирует файлообменник, а злые циничные рекламодатели решили таким жестким образом разрушить репутацию Коленьки и тем самым создать инфоповод вокруг себя. Но, честно говоря, в такой сценарий я не особо верю, ибо Никоглай не тупой. Тем более на следующем стриме, кстати, посвященном наркотикам, он такую версию даже не высказывал. Ну и если бы это действительно была реклама файла обменника, то он бы точно не стал проводить на эту тему, блять, целый стрим. Тем более на самом стриме он демонстративно порвал эту футболку, поэтому сомнений, что за ней на логотип, лично у меня не осталось. Однако после этого он зачем-то опять стал нести какую-то хуйню. Если на мне находилась, на ваш взгляд, какая-то непристойная, неправильная футболка, неправильная вещь, то, может быть, это имеет много объяснений, а не одно четкое, которое вы сами раскрутили. Быть может, произошло что-то гораздо глубже, чем те поверхностные вещи, которые вы разбирали. Короче, он опять начал оправдываться и пытаться донести мысль, что это его не так поняли, что это имело какой-то другой смысл. Проще говоря, он просто пиздел. Вообще, на мой взгляд, у Никоглая был идеальнейший момент, чтобы вернуть свою репутацию, то как он стал жертвой беспредела, это создало инфоповод. Никоглай был в роли жертвы, и много кто ему сопереживал. Однако он в своей манере проебал эту возможность ради лишних денег. Не сказал бы, что мне было грустно, так как я не смотрел Никоглая, даже когда на его стримах сидело по 500 тысяч человек. Да мне и сейчас можно сказать похуй на него, как и скорее всего всем вам. А разбор я этот сделал просто потому, что Никоглай создал инфоповод, выпустив ролик. Все. Вообще, несмотря на то, что Никоглай пиздит и рекламирует говно, для меня он все равно является неоднозначной личностью. Например, недавно он выразил желание создать в Молдове аналог российской правозащитной организации ОНК. В честь этого он даже посетил несколько детских домов и раздал подарки детям. Вообще, насколько этот поступок искренний и в целом как относиться к Никоглаю, Глаю, решайте сами, никакого мнения по этому поводу я вам навязывать не буду. Ладно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.